Ну а вот как и было замечено, памятник Александру Великому, но видим только копыта его коня. Фонтан включается, выключается. Тут строится какое-то здание. Red flag македонский. Тут смешение культур. Мы можем видеть турков, туристов из различных стран. Все это красиво смешивается, гомонит, разговаривает на всех языках мира. Переводит. В общем, замечательный город. Я обожаю Скопье.